Специализированный класс пограничной направленности в Бердской православной гимназии начал свою работу в прошлом году. Здесь кадеты учатся по особой программе, участвуют в различных конкурсах и состязаниях. Теперь у юных пограничников появилась своя традиция. Четвероклассники заложили капсулу времени, в которую поместили послание самим себе. То есть они написали пожелания в будущее. Что их ждет через 5 лет, какими они себя видят, какими они видят гимназии, вообще что они. Писали они сами. Мы это не видели, не читали, они заложили свои конвертики, купили мы тумбу, вот туда все это вложили. Право заложить капсулу времени предоставили двум ученикам пограничного класса. Гордость. Да, гордость. Такое. Такую возможность придали первым в школе. Да, то, что нам доверили. Педагоги уверены, что такая торжественная церемония замотивирует ребят учиться и развиваться, чтобы приблизиться к тем целям, которые они поставили перед собой в посланиях. Я хочу стать крупным предпринимателем. У меня будет архитектурное бюро. Вот. А еще я буду вкладывать деньги в пограничную компанию. Вот. Капсулу вскроют через 5 лет, когда ребята будут заканчивать 9 класс.